вы сейчас видите, когда наша молодежь выражает свою позицию, они действуют очень креативно, открыто, талантливо. Я хочу показать вам, что настолько маразм крепчал в нашей стране, что полицейские меня сейчас заберут даже без надписей, без лозунгов, без никаких выкрикиваний, высказываний. И вы завтра таких же талантов людей увидите в сфере производства, организации бизнеса, в нашей политической жизни. Вы увидите очень много талантов людей в сфере культуры, образования, которые сейчас задавлены, они боятся открыть рот, потому что за свободные мысли этот режим просто сажает в тюрьму. Даже за простой плакат «От правды не убежишь» двоих молодых людей посадили на 15 суток. Цель – привлечь внимание людей к тому, что нам нужно объединяться и проводить честные и независимые выборы. Как можно в условиях тотального подавления личности что-либо развить, что-либо построить? Как у нас могут появиться талантливые певцы, поэты? Как могут у нас появиться талантливые ученые или предприниматели, если эта власть всех давит? Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.